Самый вредный грызун – это компьютерная мышка. Именно она скрезает львиную долю нашего времени. Когда на улице было 25 градусов холода, девушки без шапок ходили. Что это за прикол такой? Тараканов вымораживают. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что пилоты Формулы-1 испытывают приблизительно такие же перегрузки, как блондинка во время чтения? Я никогда не любил пробежки, паркур, адреналин, но два соседских топермана и питбуль открыли во мне потенциал. Малютка! А кто вы по профессии? Астроном. Ух ты! А чем вы занимаетесь днем? Бесплатный совет свидетелям Иеговы. Ходите по квартирам суплеца с минералкой на продажу. Люди и денег дадут, и в Бога уверуют. Блондинка звонит своей подруге. Представляешь, около моего дома открыли автомойку. Как это круто, я могу пешком туда дойти. Дед Петуха, а ты можешь мне объяснить, а что наука думает? Почему волк воет на луну? Он, когда на солнце воет, у него глаза слезятся. А кто это сделал? Директор вместе с главным инженером приходит в компьютерный салон покупать компьютер. Работник компьютерного салона спрашивает, вам какой нужен, рабочий или игровой? Директор говорит, конечно, игровой. Главный инженер удивился, а директор говорит ему, тебе же нужен для работы с чертежами, с графикой. Рабочий не потянет. Надо бы на дверь холодильника поставить глазок, а то откроешь дверь и думаешь, чтобы пожрать. А в холодильник в это время размораживается. В подмосковном Ухрюпинске продолжается активная борьба с пьянством. После 11 вечера снимаются крышки реализационных люков. Если вы не смотрели мой вчерашний видеоролик, что будет, если смотреть ночью сквозь дуршлаг, а также субботний видеоролик «Замуж за фальшивого монетчика» приглашаю на свой канал Дед21. Подписываемся, кликаем на колокольчик.